Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем кулинарном канале «Сладкий персик», и мы с вами продолжаем готовиться к Пасхе. Сегодня я покажу вам, как я крашу перепелиные яйца. Почему-то я редко вижу в церкви или где-то у друзей в гостях перепелиные яйца, обычно красят куриные, но мне кажется, что мелкие перепелиные яички получаются просто очень красиво и мило. Для начала мы варим перепелиные яйца. Мы их складываем в ковшик, заливаем холодной водой, добавляем 1 чайную ложку соли. Это делается для того, если яйцо, кстати, не только перепелиное, но и куриное, например, лопнет при варке, белок, чтобы не вытек наружу, а свернулся. Так вот, добавляем 1 чайную ложку соли, ставим на плиту, доводим до закипания и варим ровно 5 минут. Я вам сейчас покажу способ с золотым красителем, он называется курочка ряба, ну я вот такой вот беру чаще всего, но в принципе любые красители, которые продаются в жидких вот таких вот ампулах, они работают аналогично. Можно покрасить перепелиные яйца не только в золотой цвет вот этим красителем, но и, например, в какие-то перламутровые. Мы так тоже делали несколько лет назад, получилось очень здорово. Мы берем какую-то небольшую рюмку, вот стопка отлично подойдет, или какая-то маленькая кофейная чашка. Наливаем в нее кипяток, и вот эту ампулу с краской мы ставим в эту рюмку примерно на 1 минуту. Краска у нас поднимется, затем мы берем эту ампулу, хорошо ее встряхиваем и отрезаем кончик. Теперь берем еще горячее яйцо, надеваем обязательно перчатки, желательно, если рукам горячо, надеть обычные вязаные перчатки и сверху уже надеть резиновые. Или взять резиновые перчатки термостойкие, в которых кипяток не чувствуется, такие тоже есть. Берем горячее яйцо, его вытираем насухо, капаем краситель и хорошенечко растираем. Складываем на блюдо. Если у вас есть какие-то самодельные или покупные подставки для яиц, можно положить на них. Оставляем просохнуть примерно на 10 минут, и у нас получается просто невероятная красота. Этим же способом, этим же красителем можно красить и обычные куриные яйца, только выбирайте, пожалуйста, желтые, потому что есть цвета и красители, для которых подходят желтые яйца лучше всего, это как раз наш случай. Если вы берете перламутровые красители, то лучше покупать белые яйца. Пишите в комментариях, если вы тоже любите красить на Пасху перепелиные яйца. Всех поздравляю с наступающими праздниками!